Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, сегодня у нас битва замков, и, кстати говоря, у меня к тебе большущая просьба, вот, я на тебя надеюсь, я в тебя верю, пожалуйста, проверь колокольчик, проверь настройки колокольчика, если хочешь постоянно попадать на мои стримы, которые, к сожалению, не всегда вовремя начинаются, если хочешь не пропускать мои видео, пожалуйста, возьми, долбани по колоколу, лепи свои царские лайки. Хотя вы и так ставите лайки, но, судя по всему, мои видосы просто, ну, не выдаются вам. Я хер его знает, что вообще происходит. Все очень грустно, но ничего страшного. Вот, я на вас надеюсь, и те, кто проявляет активность, я вам бессказанно благодарен. Да, даже если просто смотришь, уже тебе огромнейшее спасибо. Погнали, видос у нас, не знаю, интересный или неинтересный, вы уже сами напишите в комментариях, но... Я его не мог не записать, потому что мы уже делали обзор на королеву гарпий, ребята. И после этого обзора один из моих подписчиков, вот аккаунт под названием Холомудрая, находится он в гильдии Армагеддон, ребятушки. Если ищете в гильдию, то берете и смело вступаете. Взял и прокачал Фрейю на максимум. Так, пришла дочка, что интересного скажет? Ты докушала мороженое? Больше не хочешь? Я могу доесть мороженое? Да. Иди моську умой. Все лицо в шоколаде. Скоро спать пойдем. Дверь закрой. Молодец. Я даже вырезать не буду. Ну, потому что сейчас у меня дочка всегда дома. Короче, веселуха, ребята, полная. Вот, строит батю как хочет, избивает постоянно. Ну, я сам приучил, она сейчас, у нее новая мода, подходит ко мне и такая, типа, папа, давай подеремся. Ладно, короче, фишечка заключается в том, что, ребята, человек реально специально прокачал Фрейю на абсолютный максимум. Вы можете видеть, что... Ой, не Фрея, почему я все время говорю Фрея, королева гарпий. Вы можете видеть, что она первая в списке. То есть она прокачана лучше всех. Лучше там землеройки, огнекрыла, огника, да, огника, огнекрыла. Вот, даже обогнала лису. Ну, как бы... Так. Нет, ты не умыла лицо, Линочка. Я сейчас скоро подойду. Дома мама, но как бы, когда папа садится записывать видео, нужно повеселиться, вот. А мама что, с мамой неинтересно, да? Ладно, короче, я не знаю, трудно, трудно мне это видео дается, ребятушки. Ладно, не суть. Короче, на максимум прокачано, я не знаю, как ее тестить, ну вот, и сами знаете, я уже давно не запариваюсь по поводу тестов, потому что, ну, блин, зачастую это глупо в этой игре, уже ничего не понятно, все познается в совокупности, но... Прикол-то у нас заключается в том, что реально огненная защита. Он сказал там менять таланты, ставить, что хочу. Ну вот, ну давайте оставим так, как сделал хозяин данного аккаунта. И то есть, ну понимаете, королеву гарпий прокачал в абсолютный топ. То есть, посмотрите, топовая эмблема, топовый, ну не знаю, топовый талант, не топовый, но прокачан на максимум. Священный суд, 6-й. Снаряжение, созвездие, посмотрите... 6 пятых уклонов. Не знаю вообще, на что способна эта Фрея. Фу ты, да что ты Фрея. Короче, у нас какой-то такой ламповый видос получается. А дальше прорыв, я так понимаю. Ну да, максимальный прорыв. Если оно в начале стоит. Это, ребята, просто шок. И как бы с одной стороны я понимаю, что это видео не наберет просмотров. Вам нафиг не интересно, это королева гарпий, там прокачана она в топ, не прокачана она в топ. Но, как бы, ну, из уважения к подписчику, давайте посмотрим вообще, что она из себя будет представлять. Ну, ясен пень в одно рыло, она ничего, конечно же, не сделает. Может быть, она простоит хотя бы несколько секунд в современных реалиях игры. Это герой 2018 года, или поправьте меня, но он очень старый. Нет, сразу выносит. Выносит сразу. Ну ладно, давай тогда попробуем толпой выступить. Этот половину героев убрал. Она вот с толпой проживет. Тогда там отвлекем. И просто, ну, выпускаем. Кто первый сейчас откинется?
Королева гарпий. Королева гарпи, ребят, первая откидывается. Даже несмотря на то, что вот она там прикольно собрана. Вон ее даже Барт оживил. Кстати, она живет. Нет, ее убили. Вот, трудно. Трудно и грустно герою, но как бы... То есть, и можно сказать, что вот разработчики забыли про старых героев, нужно их там переделать и так далее, но я считаю, абсолютно это глупые затеи. Смысл? Тут и так этих героев куча, зачем там еще мозг трахать, брать и переделывать старых героев? Слушай, интересно, он на арену вообще ходит? Я просто не знаю, как ее тестить, что-то адекватно было. Вот. Ну, тут все ясно. Ладно, давай. Создаем команду. Просто пойдем одной Фрей, да? Так, вызов. Давай, старт. Так, вы досматриваете бой, а я сейчас приду. Она еще жива. Она еще жива. Смотри, нормально. Вальс там пляшет. О, потихонечку кристалл ушатываем. Ну. Я мог, в принципе, еще погулять, наверное, да? По 830 тысяч урона наносит. Миллион нанесла. И... Так, 655 тысяч. И это при том, что... И это при том, что, ребята, как бы у нее даже там нету таланта на урон, да? Слушай, давайте сейчас ей поставим, знаете, что поставим? Поставим ей порочный пакт. Посмотрим вообще, что будет. Слушай, долбит, ее Фрея долбит, убить не может. Подожди, давай я замучу просто бомбическую заставку. И вот сейчас заскриню. Ну вот, может быть, вы хотя бы тогда посмотрите на это видео. Не, ну а что? Ну, вообще для меня шок. Там стоит Фрея, там не Фрея и так далее. И как бы никто ушатать ее не может. Вот. Просто никто не может ее ушатать. Надо еще, знаешь, написать супер-мега-пупер-имба. Королева гарпий на максималках. А вот она стоит, это, она живет, ее никто убить не может, как бы. И спокойно грызет кристалл. Так, давай здесь ее выпустим. А, ну тут уже Феникс, Фобоса я вроде видел, да? Может, ее загрызут все-таки за ней молчанки. Они мясуют много. Но нереально мясуют много. Не, ее тоже загрызть не могут. Ее загрызть не могут, но как бы... А, и этот раз она, смотрите, она выбрала цели, и все, она больше по кристаллу не долбит. Она больше по кристаллу не долбит, и по этой причине, считай, мы и не выиграем. Но ее тоже не ушатают. Это будет бесконечный бой. Хотя нет, это не будет бесконечный бой. То есть Феникс дотягивается до нашего кристалла. Ладно, давай ради прикола. Ради прикола. Так, вот у нас Фрея, герой. Дар героев, снаряжение. Так, снять. Так. Во, порочный пакт 10-й. Такой херней занимаемся. Ну а чё? Ну а чё? Так, давай, вызов. Еще раз. Та же абсолютная ситуация. Вот сейчас ее загрызут или нет? А, слушай, а чё я тупил? У неё что, мы блочку кидали?
Слушай, а сейчас она начинает кого-то грызть. Смотрите, там... Ух ты. Подожди, это вообще... Я с той же пачкой борюсь или нет? Ну, наверное, не с той, потому что тут она как-то взяла и всех рубанула почти. Я бы не сказал бы, что она супер много урона. Хотя лям 160... Не, ну она больше урона... на лям 200, да? Она больше урона начала наносить. Но... Я бы не сказал бы, что... Не, ну мы просто, наверное, на другого противника попали. Сейчас... Тут даже он, видишь, он тут без прорыва, без ничего. И она еле-еле его грызет, ушатать не может. Сраного бугимена. То есть... Я, ну да, здесь нету прорыва, тут 180 уровень у него. Лям 358. Все, добивает, выигрывает. Ну давай сейчас кто-нибудь посильнее по-любому попадется. Так, а, тут у нас хранит. А, смотри! Тут как бы слабенькие попались. Тут как бы слабенькие попались. Ладно, продвинемся дальше. Но там сейчас уже, знаешь, попадутся там ребята уже с прорывами и так далее. Вот. Но ее должны ушатать все-таки. Потому что вальс убрали. Так, окей. Вот, тут Феникс. Тут как бы сразу все понятно. А, тут Феникс и смерть? Серьезно? Вы видели, там у него была смерть вроде бы. Так, она снова кристалл херачит. И так нормально, она что не удар, то лям. Кого-то из героев минуснула. Слушай, на самом деле, смотри, у кого-то там пропадает хп, а она продолжает кого-то минусовать. Хотя нет, он, сука, восстанавливается. Так. Ну-ка. Ну. Давай уже там добей кого-нибудь. Грызет, грызет. Смотрите, она грызет, а ей почти ничего не могут сделать. Может, они об отражение бьются, не знаю. Но тут уже, смотри, какие-то там седьмые прорывчики, шестые. Ну, все равно фигня. Ну, то есть, противники все равно фигня. Хотя, с другой стороны, ребята, не забываем. Фигня не фигня, с прорывами они или без прорывов. Против нее сейчас стоят новые герои. То есть, Фобос, да, там еще кто-то, та же Фрея. То есть, даже Королева Гарпий по сравнению с Фреей, пипец какой старый герой. Просто невероятно старый герой по сравнению с Фрей. И она стоит, ее убить не могут. Ну да. Здесь они не топовые, здесь просто как бы такое себе, да, но тем не менее. Она сейчас Фрею сгрызет, походу. Она сейчас сгрызет Фрею до конца. И одного, и второго героя сейчас догрызет. Нужно только... А, слушай, остается 60 секунд, мы просто тупо не успеем. Мы просто тупо не успеем. Ну, если только героя какого-то догрызть, вот сейчас Фрей догрызет, не догрызет. Так. Ну, давай, чуть-чуть осталось. Да. И осталась, по сути, какая-то сраная Махатма. Все, и Махатме как бы крендель пришел. Да даже Махатма по сравнению с королевой Гарпи, это ого-го какой герой. А нет, смотри, Махатма не сдается. Махатма не сдается. Махатма сопротивляется. У нее почти не было хп, взяла, восстановилась. Сучка. А, ну слушай, может мы успеем кристалл догрызть? 5 секунд. Да, мы успели кристалл догрызть. Кто здесь был? Ну, как бы космо просто тоже улетел. Так, давай еще попытку посмотрим. Ну, кто-то уже должен ее убить. Подожди, это один и тот же противник. Мы же выиграли вроде бы. Хотя нет, Феникса вроде не было. Или они не сколько от Фрея убиваются, а сколько от отражения. Слушай, вроде сейчас убьют. Вроде убьют. Я не вижу, сколько у нее хп осталось.
Должна. А, нет, она восстановилась. Смотрите, она по хпшке восстановилась. Так, ладно, тут неинтересно. Давай, меловина. Давай на меловина нападем. Вообще не хочу слишком долгое видео делать, уже 15 минут. Ой, тут что-то. Ну, тут, смотри, тут землеройка с 14-м прорывом почти получила люлей. Здоровье опустилось до 40%. А, видишь, они ее загрызли. Они ее загрызли, но все равно она их там немножко потрепала. Я не знаю. Давай. Попробуем ее еще куда-то выпустить одну. Может, попадется более-менее слабый противник? Нет. Не, ну как бы, ребят, напишите, в каком она году вышла. Королева Гарпий. О, но тем не менее, прикольно. Я не знаю, короче, мне понравилось. Спасибо игроку Хула Мудрая за прокачку Королевы Гарпии. 5 раз, наверное, сегодня Фрей назвал. Ну, я не знаю, какое-то удовольствие получил от сегодняшней игры. Вам же пожелаю огромнейшей удачи. Не забывайте мыть руки, соблюдать меры предосторожности, поменьше выходить из дома, не гулять в людных местах. И всем пока.